тройник, короче. О, у меня, пиши, у тебя был такой в детстве тройник, да? Да у меня даже где-то сейчас валяется такой советский тройничок. Ну, я не про тот тройник, ты не подумай там, знаешь. А то сейчас подумай, знаешь, в детстве, какой у тебя тройник был там, да? Ну, вообще, пиши, у тебя был тройник? Был тройничок или нет, признавайся. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Алекс и Побег из Таркова. Значит, что я заметил, мне какие-то посылочки пришли здесь. Вот такая вот посылочка пришла, и какой-то вейп начался, значит, точнее, вайп, не вейп, не путайте, да, вейп это совсем другое. Вот, что-то произошло здесь, и, значит, какие-то контейнеры мы не можем, да, что-то делать с ними. А, вот это не можем. Но мы получили, ладно, нам это и не надо. Мы хотим завершить побеги с Таркова и, конечно же, за Дикого, да? Подлутаться. Пойдем на завод, нам обещали там новых персонажей. Время, да, далее. Готов, готов. Значит, обещали новых персонажей, новое все. Значит, что-то там на заводе, значит, какого-то нового босса. А, подписчики. Подписчики, значит, мне писали про то, что я нарвался на свиту какую-то, да? Это такой босс с ботами, значит. Ну, это очень круто, это очень круто. Меня это просто поразило, значит, то, что я нарвался. Спасибо вам всем, кто писал. Также еще один подписчик писал, что не стоит смотреть гайды, значит. Гайды я вообще не смотрю, у меня времени просто на это нету. Вообще как такового, да. Значит, пойдем на завод. В прошлый раз нам на заводе крупно не повезло. В этот раз, я надеюсь, повезет. Время пришло. Вот, завод. Там тоже должна быть какая-то новая свита. Это свита, это босс новый какой-то. Не знаю, посмотрим, есть он или нету. Но, по крайней мере, вот такой вот Петя, да, я не знаю, Петя это не Петя. Но Петя в шапке петушка, значит, пойдет туда сейчас на завод. Погнали. Итак, значит, вот он. Вот он. Наш завод, подожди, а чё, я в мусорке, что ли, какой-то? Огне опасно, но стрелять я не буду. Значит, спрашивали ребята еще по поводу стрима. По поводу стрима Таркова. Стрим Таркова будет? Значит так, ну... Ты чё, дурак? Я думал, это клавиша открыть, извините, пожалуйста. Это выбить, оказывается, да? Бля, мы пошумели. Там трупы лежат, да? Мы пошумели очень сильно. Значит, пока босса я этого не вижу. Да ёпта. Чё я в текстуру тут хожу? Вот наш выход, кстати, да? Не курить. А это не наш выход. Наш выход может быть как вот там вот. Ну чё? Выходить? Мы еще ничего не взяли отсюда как-то. Тут где-то я трупа видел. Во. Так, как ложиться на Z? Вот, поиск. Сейчас поищем тут все. Так, осмотреть, изучить. Изучить у меня... Ой-ой-ой! Ёпт. Это не по мне? Ёпта! Извини, друг! Где он делся? Куда-то ушел. А, вижу, вижу. Бля, ну с этим стрелять, конечно. Не очень. По боту я явно не попал этому, да?
Я не знаю, свита это не свита. Блядь, он здесь был, он не мог далеко уйти. Я здесь не облутал чувака из-за него. Да фиг его знает. Давай ложись здесь, короче. Да лутаем. Мне, значит, надо все... Что делать? Мне надо все изучать, кстати. Вот. И изучить. Так, это... Броня это, блядь. Можно мне ее себе, не? Она тут все займет. Ладно. Возьмем наушники. Подсумка у меня нету. Так, что здесь? Давай изучить. Это, возможно, опа, да, это, возможно, пистолетик какой-то, очки, давай изучим. Очки одеть можно? Очки, а, вот очки, куда, вот очки, прошу прощения, потому что, я не играл в эту игру от слова совсем, да, так, и балаклаву, так, это мне некуда девать. Чай. Нравится тебе, а? Прибежал, значит, сюда. Ну, перезарядись. Повезло, что мы лежали. Первый раз промахнулся вроде, второй раз попал. Светошумовая. Так, спокойно. Спокойно. Сейчас все отработаем. Спокойно. Спокойно. Нам еще чуть-чуть, и можно идти на выход, да, у нас места уже почти нету. Это я что-то звук регулирую, там, не знаю. Так, ладно. Кого ты видишь через стену ты, чучело? О, сзади получил плюху от бота, по-моему. Не знаю, боты здесь игроки были, или игроки дикие были, или убит в бою, блин. Дэвид Лютый. Не знаю я, кто это. Не знаю, кто это, ладно. Ладно, значит, Дэвид Лютый. Окей. Может, и не бот это. А может, и бот, я еще не разбираюсь. Так что, ребята, обязательно пишите мне, значит... Где боты, где не боты, да, так, побеги Старкова, теперь у нас остался один ЧВК. А, стой, персонаж, подожди, вот это я не могу, да, где мой чемодан, хоть один есть? Рюкзак, подсумок, так, вот, теперь подсумок я могу сюда положить, вот этот вот? Не, их использовать сейчас нельзя, потому что вейп идет, вот, видишь? Осмотреть могу только, да, осмотрел, да, дальше что? Выбросить, открыть, экипировать. Экипировать я не могу. Так, вот это я тоже получил, значит, недавно совершенно. Что у меня тут по оружию есть? Пистоль, значит, вот это есть на ремне, да? Пистолет есть, не знаю. Брать его, не брать с собой. Я бы взял бы еще, наверное... не, лавандосика не брал бы. Да, кстати, к этому же надо обоймы, да? Вот я не запоминаю... Так, магазин для МП. Ты у нас кто? Пистолет-пулемет. Так, у тебя ячейка занята. Ладно, положим сюда. Это тот пистолет, да? Это что? Или это вот это вот патроны? Так, разгрузка. Где наша разгрузка? Вот-вот. Так, так, вот это вот патрики наши, да? Так, это какой-то не такой патрон. Это 9-миллиметровый, походу, да? Бля, я потерялся здесь. Почему оно не показывает? Осмотреть, так. Калибр 9, вот. А можно когда наводиться, чтобы оно писало, да? Не ждать полчаса. Так, отлично. Вот, оно подходит сюда и сюда. Вот это куда подходит? Никуда. А это? Тоже никуда, да ладно. Это куда подходит? Тоже не... Ладно, значит так, возьму гранатку. Одну такую, да? Это что у нас?
звуковая и F1. Я не знаю, как их менять. Да, давай вот эту вот. Там нет, возьмем две. Вот так вот. Они как-то слева направо, справа налево. Так, броня. Подожди. Броню я что, не брал броню разве? У меня здесь вот броня есть. Есть броня, да? Так, это откуда? Это не отсюда. Так, самое главное теперь. Это аптечка. Положим либо сюда, да. Положим аптечка, так. Одна. Бинт тоже положим. В прошлый раз он не помог вообще. Морфий возьмем. Тоже один на всякий случай. Препарат протиал, я не знаю. Я не знаю, что это. Возьмем одну тушенку, короче. И это что такое? Сухпай один. Да, блядь. Можем и сухпай один взять. Это что такое? Жгут. Вот, жгут я тоже один возьму, наверное. Воды, я не знаю, не будем брать воды, я не знаю, что мне таблетки запивать, что ли, чем. Тушенка есть, значит, так. Водка есть, я не знаю, что водка делает. Так, я думаю, для первого раза, как бы, точнее, не первого, да, наушники. Наушники у меня есть такие. Что наушники дают, я не знаю, тоже, если кто знает, пишите, да, но я думаю, там меньше что-то будет, там главное меню, побеги Старкова. ЧВК, значит, да. Пошли за ЧВК. Завод лес, я даже не знаю. Ну, давай лес, слушай. Прошлый раз был лес. Время суток. 5 часов, 17 часов. 5 часов это утро, типа, блядь. Поехали. Включить офлайн режим для этого рейда. Для того, чтобы расширить возможности тестирования в бета-версии игры, предусмотрен особый офлайновый режим запуска рейда для одного игрока. Вы можете использовать этот режим для исследования и тестирования локации. Если сервера игры недоступны или загружены, так, да ладно, не будем офлайн, давай так попробуем, да, далее. Так, застраховать можно что-то, что застраховать можно? Что у меня ценное? Ну давай вот это, а сколько страховка стоит? Давай это, вы уверены, да, застрахуем вот это, готово, и погнали, значит, я не знаю, что такое вайп, что такое страховка здесь, хорошее это оружие или нехорошее, если что, пиши в комментарии. Какое топ оружие здесь и где мне его самое главное найти. А стримы буду где-то через недельку буквально. Вот после роликов, значит, выйдут стримы, да. Я как раз освоюсь, ты мне поможешь, и ты придешь на эти стримы. И мы вместе будем как бы выживать в этом Таркове. Погнали! Итак, значит, высадились мы ранним утром. Я не знаю, здесь светлеть будет, не будет, светлеть ли здесь. Это очень-очень раннее утро. 5 утра фактически. Так, ну тут прицела даже я не вижу. Я не понимаю, где я даже. Ну, естественно, не понимаю, да, это вторая игра моя. Можно сказать, даже первая. Оружие застраховано, броня, шлем, ну. Она не какие-то мусорные, наверное. Не очень, я бы сказал бы, да? Так. Здесь дороги. Какое-то озеро. Не нарваться бы мне на мины здесь и на снайперов всей этой фигни. Локация лес такая. Мы не за дикого, да? Мы за игрока. Там вышка какая-то виднеется. Так, ну, графика такая. Ну, немного деревянная, конечно. Это Штарков, да? Но звуки, я бы сказал бы, надо отдать должное здесь. Звуки и качество, вот и качество изображения тоже довольно неплохое очень. Машина, я как будто бы кого-то видел здесь. Очень плохо видно, конечно, с утра. Я не знаю, но я буду надеяться, что игроки, значит... Опа, я здесь еще точно не был, смотри. Офигеть, здесь война какая-то была. Я знаю, здесь в игре есть какие-то скроны. Так, здесь я залутать ничего не могу, наверное, да? Опа, дырочка такая, да?
Навык выносливость улучшен до первого уровня. Я только заметил. Значит, я прокачиваю здесь, когда бегаю, да? Когда вынослив, когда не вынослив. Это прикольно. Так, по дороге я бы не шел бы. Я, конечно, в Таркове новичок. Очень сильно новичок, можно так сказать, да? Но в шутерах немного стрелял, поэтому понимаю, что здесь бежать по дороге как-то опасно. Опа. А что там впереди такое интересное? Да, кстати, ты не забывай прожать свой драгоценный лайк. Ну и написать мне, что думаешь вообще об игре. Мы, наверное, еще следующую серию по Таркову поиграем. В этой локации лес, да, она мне безумно нравится. Безумно нравится. Поэтому ты в комментариях можешь мне помочь, конечно же. Я же сказал, не буду бежать по дороге и бегу. Вот, написать что да как здесь, куда идти, куда податься. А стримы, значит, будут, ну, через недельку, может, через две максимум. Обязательно по этой игре будут стримы. Машина. На стримах уже будет не максимальная графика, а минимальная, потому что максимальная она в Таркове не нужна. Это я на максимальной, знаешь, наслаждаюсь просто. Просто наслаждаюсь этой игрой. Тем более она не сильно максимальная, у меня что-то на среднее стоит здесь. Потому что когда полностью максимальная, да, дело в том, что ну, компьютер тянет нормально. Все нормально. Все отлично. Но тени мне мешают как бы не то, что целиться. А, ну, видимость какая-то не такая вот. Вот она реально не такая. Мне кажется, во всех шутерах, да, даже вот там в Call of Duty, да, поигрываю. Я тоже смотрел ролики тоже по Call of Duty, да. Там не раз топ-1 занимали. То есть, ну, я стараюсь тоже ставить там. Там тоже не на минимальное стоит, там среднее стоит. Среднее значение стоит. Ну, мне лучше на среднем, да. На 2К, допустим, там на среднем. Там мне больше видно, как бы даже. А, ну, здесь вот так вообще неплохо. Какая пещера здесь! Ау! Никого нету, да? Я на самом деле даже не знаю, куда я бегу, да. Ну, где-то тут надо подлутаться. И желательно хотя бы один раз нормально выйти. Без боя, да? А можно и с боем, значит. Тут игра не такая, как Warzone, да. Здесь не надо тебе постоянно стрелять. Там завод какой-то впереди, или я не знаю, что это там. Постоянно что-то делать. Здесь нет постоянного мочилова, значит. Здесь игра максимально аккуратная. По-моему, так он ложится, да. Он так отдохнет сейчас чуть-чуть. Да, вроде как светлеет. Значит, время идет. Все светлеет. Персонаж прокачивается, да? В принципе, по-любому, наверное. Я не знаю, напиши мне, как он прокачивается здесь. Я понял, чем больше я бегаю, значит, тем больше у меня умения какого-то. Выносливость, еще что-то, да? Чем больше я стреляю, тем лучше, значит, по стрельбе я буду, да? Так, здесь довольно интересная локация. По-любому здесь есть народ, да? Потому что если дикий приходит уже под конец битвы, да, ну, в принципе, сначала вы, если играете в Таркова, надо играть за дикого. Ну, мне больше так кажется шанса. Вот я по опенфилду бегу, знаешь, и вот краем глаза смотрю, не могу найти никакой кустик. Значит, если где-то здесь снайпер, я уже труп. А здесь, поверьте, ребята, здесь снайперов. Снайперов очень-очень много. Это я говорю для тех, кто не играл в эту игру вообще и собирается поиграть, да? Здесь очень много пабгеров, таких кемперов, да, которые сядут со снайперской винтовкой, откроют себе какую-то баночку чего-нибудь холодненького и будут сидеть ждать вас, да? Не спеша, никуда не торопясь, значит. Они ролики не снимают. Им все равно, они могут час, полтора, два сидеть. И все нормально будет. Так. Здесь что? Здесь потише, да?
Самое главное здесь это слушать. Мне кажется. Только я не знаю, где что лутать здесь можно. Чё ты не очередью стреляешь, ёбаный? Нравится тебе? Я не могу пролезть. Кто кашляет? Я? А, мне плохо. Мне надо, значит, так использовать. Понял. Какой-то чувачочек здесь сидел, а? Бля, сейчас другие придут, и я не уйду отсюда, да? Здоровье. Так, голова, что тут, живот. Давай еще, еще используем аптечку. Бинт. Использовать не могу я, да? Морфий. Использовать не могу я. Вот это еще фигня. Использовать могу, да? Использовать, давай. Во. Это использовать не могу. Давай это используем. Сейчас посмотрим, что у чувака. Давай еще использовать что-то у меня. Не все хорошо, значит, по животу, да? А что у меня по животу? Может, тушеночки съесть? Что здесь? Свежая рана. Так, подожди, есть бинт. Не? Использовать, да, морфин можно. Да хер его знает, что использовать, ребята. Пишите, если свежая рана. В прошлый раз у меня какой-то перелом был, да? Свежая рана. Ну вот жгут можно, сухпай можно использовать, да? Использовать. На, покушай, можете. Животу лучше станет, да? Здесь что? На более утоляющих, да, так. Это я использовать больше не могу. Что мне для живота использовать, да? Мне больше нечего использовать для живота. Живот у меня вот. Так, а вот тебя я использую, друг, сейчас, да? А что у тебя? Осмотреть. Это что такое? Повязка. Снайперку мы заберем у тебя, так, изучить. А у тебя ничего нету почти, да? Это бот какой-то. Положим сюда. Осмотреть. Какой-то нож. Я не могу что-то использовать. Вот. Вы не можете подобрать данный предмет. Значит, ладно, иди в жопу тогда. Слушай, у меня в глазах так контрастно стало. Значит, тут может что-то есть еще. В этих сумках может что-то обыскать надо, да? Обыскать, давай. Изучить, значит. У меня ничего не изучено. Шланг, короче. Шланг я беру. Я не знаю, зачем мне шланг. Я могу его только осмотреть. Так, вот здесь что? Бля, надо присесть, чтобы обыскать ее, что ли? Да ладно. Шина. Шину я беру, да, я могу ее использовать, нет. Аналгин. Аналгин я тоже беру, нифига себе. Это что такое здесь изучить? Мед какой-то. Это не мед, это набор медикаментов. Так, осмотреть, так. Осмотреть, да. Выбросить тоже применить не могу, да. Аналгин могу использовать, да. Шина. Использовать не могу. Аптечка. Использовать не могу. Как бы здоровье, но живот вот, да. Я не знаю. Свежая рана. Вот. Свежая рана, она свежая рана. Как бы. Что делать, когда там свежая рана? Обычно бинт в этом деле помогает. Нет? Вот это что такое? Шина помогает. Нет. Но аналогин тоже не сильно помогает. Значит так. Будем искать. Чем живот заделать, значит. Так, да тут сумок, ёптвою. Здесь интересно играть, да? Здесь можно понаходить что-то. Значит, снайперку вот нашли. Еще одну шину, значит, нашли. Слушай, здесь медикаментов. Это что такое? Можно взять? Это пробирки, значит, сюда, наверное, сбрасывали.
Старые пабгеры свое семя, значит, сбрасывали, да? Сбрасывали свое семя, дабы быть постоянно живым в этой игре, да? Так, здесь мы ничего не найдем. Здесь что у нас? Ничего нету. Фиги его знает, где здесь лут искать и где здесь выходы, кстати, да? Ну, выходы, я смотрю, все фактически по дороге, я не знаю. О, и... О, это время. Да, и это... И это непонятно, что значит. М, это была бы карта, но ее здесь нету, да? Поиск, нифига себе. Это что, блядь, я здесь искать тоже могу что-то. Шина, значит. Шина, это хорошо. Вот это мыло, похоже, да? О, бинт такой есть. Офигеть, значит, сейчас мы его попробуем изучить. Это что такое, пока изучается? Точно мыло. Мыло, бинт такой. Использовать я тоже не могу, да? Не понял. У меня здоровье здесь уходит, блядь. Ёпта. Использовать, во. Больше использовать не могу. Я не понимаю, как это работает. Что надо брать с собой. Я, наверное, что-то не то взял, да? Аналгина взял. Вот, от аналгина мне хорошо. Но я здесь кого-то еще слышал. Но я так долго не протяну, значит. Мне типа повязки что-то надо, скорее всего. Отвертка. Все? Все. Че, эрор там? Че там, эрор? Отвертка только? Где что я искал? Вот в этом что-то есть. Я не пойму еще, где что искать можно, значит. Взять, взять. Это что такое? Что это я взял? Так, это вода, да, использовать могу. Сколько? Ну, давай, вот столько примем. У нас животик болит, да. Так, это изучить можно. Это что у нас? Энергетик использовать, да. Энергетик мы используем, да. Он делает нам энергию просто. Вот, нам уже хорошо, у нас в глазах светло. Слушай, я так просто наркоманом здесь каким-то стану. В этом Таркове. Или здесь все такие? Вот это что-то взять. Нет места. Да, здесь надо брать какой-то большой чемодан. Надо, но сначала надо научиться. Непонятно, чем живот можно... Ага, мы отсюда пришли. Перебинтовать. Тут, блядь, не пролазишь, а? Давай, пролазь, ты ж пролазил. О, пробежать можно, да? О, здесь поиск есть. Я здесь ничего нету. Это я покашливаю, да? Но мне кажется, здесь кто-то ходил еще, не? Это обыскать нельзя, это ж контейнер. Медикаментов-то, а? Вылечите меня, а? Вылечите мой живот-то, ёпта. Ладно, надо откуда-то идти. Что-то делать, в глазах темнеет. Поэтому пойдем куда-то, может, к выходу. Может, нам повезет, и мы найдем здесь выход где-то. Я не знаю, но... Сам скажи, я точно стреляю. Вроде очень точно, да? Вроде супер точно. Но почему-то я не знаю, со скольки раз его надо убить. Добыча, да? Так, вот, а тут что-то интересное. Слушай, шлем какой. Как его взять-то, ёпта? Экипировать, во. Снять. Я не могу снять. Да ёпта. Изучить.
Бронежилет. Ёба! А, нет! Не убивайте меня! Я просто хотел подлутаться. Я и так, у меня и так живот болел. И так болело все. Ну что ж, придется опять за дикого идти. Дикий на начальном уровне, это, как я и говорил, самый лучший вариант. Итак, мы начали играть за дикого, значит. Погнали. Дикий наш пес написано, я не знаю. Я не знаю, что на диком пес написано, но какой-то пес, короче, сейчас пойдет в лес раздавать всем пабгерам тюлей, значит. Ну, винтовка так, это мосинка, походу, я не знаю, хорошая она в этой игре или нехорошая. Еще раз говорю, пиши по оружию мне, я обязательно почитаю, посмотрю, что можно сделать. Итак, вот я, дикий, значит. Дикий вернулся отомстить, да, отомстить за нашего ЧВК, значит, здесь. Сейчас мы будем мстить, значит, за дикого. Опа. Походу, я сейчас откисну. Где меня резнуло-то? Я здесь уже кого-то слышу. Уже? Маршрутка-то. Где-то я здесь бегал когда-то, я помню. Твою мать. Кто-то где-то палит. Молоток мне не надо, да? Овсяные хлопья. Вот это что за бутылочка? Кстати, я это не изучил так тогда, да? Овсяные хлопья. А это что? Премиум квас. Использовать. Давай чуть-чуть попьем премиум квас. У меня у дикого что есть? Вот это что такое? Ай. Ну, можно быстрее, я не знаю, как-то сделать. Вот это ты наводишь? Аптечка И2. А, может это на живот наклеивается что-то, я не знаю. Молоко. Молоко мы изучали, да? Да. Здесь кто-то рядом есть? Нет места. А что это? Можно как-то посмотреть? У меня нет места. Вот это как выкинуть, бля? Использовать все. Давай попьем молока все. Вот это что лежит? Патроны какие-то? Что это? Блин, осмотреть. Так, вот так будет быстрее. Это поврежденный пакет патронов калибра, так, 120 штук. Да ладно, возьмем лучше патроны, мне кажется. Плохо, что у меня нет рюкзака, кстати. И кто-то стреляет где-то, да? И конкретно, здесь уже все облутано, что ли? Или это мне так везет, а? Идет поиск, это... Это что такое? Это что такое? Давай все изучим. Лошадка какая-то. Они никуда не влезет, что ли? Подожди. Хлопья, давай, давай использовать все. Возьмем лошадку. Лошадка может быть ценная, а может быть мусором, я даже не знаю. Давай жри. А что она не влазит? Осмотреть. Бесполезные, значит. Так, я понял. Возьмем сигареты. Раз бесполезная лошадка. Так. Это что такое? У тебя же две ячейки занимаются. Че оно так не может? Это сок. Но я бы его выпил бы просто, да? Тут ничего нету. Ладно, пошли кого-то... Блядь, швабра. Постреляем.
А это что? Я точно говорю, тут что-то было. Значит, пошли пострелять. Да ёп. Поиск. В конуре лежит коробка, похожая на боеприпасы, значит. Так. Ладно, нам надо, значит, по максимуму полутаться, да, но по максимуму не сильно получается. Ёпта, да чё же она, закрыта, что ли? Ты её выбить можешь, интересно? Не, наверное, не. Наверное, мы только нашумим здесь. Ну, можно, в принципе, пошуметь, да? Еще сигареты. Пошуметь и вот так подождать кого-то здесь. Но это будет какая-то серия скучная. Отвертка возьмем. Возьмем. Не знаю, нафига здесь эти инструменты. Но, возможно, они что-то стоят. Здесь же продавать можно. Здесь экономика, значит, в игре развита. Здесь прям экономическая игра. Вот там как выход может быть, не? Выход, не выход. Давай здесь все пролутаем и потом пойдем искать выход. Выход где-то всегда по дороге. Хотя я точно не знаю. О, здесь открыл, да? Значит, надо читать, блядь, открывает он или не открывает. Или выламывает, да? Это что такое? Яблочный сок, нету места. Давай квас использовать все. А хоть напьемся в этом рейде, да? О. Навык метаболизм улучшен. Кому он улучшает? Это же не моему ЧВК. Яблочный сок возьмем, да? Так, и выпьем его весь. Сразу же выпьем весь. Может, нам лучше будет как-то, может, здесь. Можно столько пить, знаешь, и не обрыгаться. Я не знаю, но хочу посмотреть. Так, сумочка. Сумочка, поиск. Может, здесь что-то будет хорошее, да? Мне-то вначале пойдет, наверное, все. Абсолютно все. Тройник, короче. О, у меня... Пиши, у тебя был такой в детстве тройник, да? Да у меня даже где-то сейчас валяется такой. Советский тройничок. Ну, я не про тот тройник, ты не подумай там, знаешь. А то сейчас подумай, знаешь, в детстве, какой у тебя тройник был там, да? Ну, вообще, пиши, у тебя был тройник? Был тройничок или нет, признавайся. Так, вот туда идти. Или вот туда идти. Давай туда, там как конец, там вышка какая-то, да? Пойдем пробежимся. Вопрос, кто здесь стрелял, а? Пока никого не вижу, но это не значит, что там в камнях, да, где я уже отсюда не увижу, не сидит какой-то ЧВК недобитый, да? Или какой-то дикий тоже пришел, такой как я, допустим. И не ждет так. Нифига себе. Мне надо найти выход дикого, значит. И либо туда идти, либо туда идти. Тут домик, кстати, какой-то есть еще, да? Танк стоит, да ну нахуй! Это же танк! Так, домик очень стрёмный какой-то прям. Никого здесь нету. Опа, контейнер есть, не? Вот этот можно и поискать, да? Так, мы еще, может, найдем что-то. Мне бы рюкзак найти на самом деле. Но вот это я уже не заберу, да? Изучить. Что это? Что это? Ну, блядь, да я пока... У меня терпение. Монтажная пена. Нахер она надо, да? Тихо. Я кого-то слышал. Кто здесь? Не знаю. Так, вот это обыскать же тоже можно.
реально кого-то слышу. Топ-топ-топ, чьи-то ножки. Так, это прицел, это, опа, наушники. Вот наушники надо взять, да? У меня такого мало, да? Сколько вы занимаете слотов? 2, да? Ну, что-то они так не ложатся, это за это. Я не знаю, сколько надо слотов тебе, блядь, на наушники-то, а? Вот куда... А, я их могу одеть сразу, не? Экипировать. А почему я экипировать не могу вот себя вот этим вот барахлом, да? В разгрузка. Но у меня рюкзака нету. Они только в рюкзак, значит. В разгрузку маленькая херня влазит. Это очень жалко. Вот вообще жалко, да? Установить. Куда установить я это? Сюда могу установить? Снять, осмотреть. Как мне установить? Как-то установить я могу? Наверное, нет, да? Но вот сюда я бы одел бы уши, да? Осмотреть. Ну, нормальные уши экипировать. Невозможно найти подходящее место для предмета. Так, а на уши одеть что, нельзя сразу? Куда дальше идти? Вопрос. В этом сарае мы не были еще, да? А на этом ездить можно? Не, ну тут, наверное, нельзя ездить, да? Это же не скан. Это не скан, бля. Да что тут такое-то? Сейчас скажут, ребята, Алекс, ты пропустил что-то. Ну, блядь, скажите, ребята. Если что-то пропустил, обязательно напишите мне. Что я пропустил? Вот этот ящик я точно не пропущу. Я очень хочу рюкзак, сухпай, горошек, сигареты. Это сюда можно, да? Это сюда уже нельзя. Вот так вот, да? Ну, сюда можно сигареты еще положить. А сухпай использовать все. Вот так вот, блядь. Я ничего не оставлю, я жадный, я буду... Я буду жрать, значит, здесь, сидеть в этом окне и жрать. Вот. Никому ничего не оставлю, значит, здесь. Все пожру. А, будет такой у меня, значит, толстый, толстый. Дикий тарковец. Это что за дверь? Ничего себе. Не понял. Рулетка. Это видно, да? Неизвестный предмет. Кусачки тоже как бы. Я думаю, на этом мой рейд... Ну, здесь оружие еще, обойма, для которого, конечно же, нету места, да? Ящик есть, где 100% не будет рюкзака, я не знаю. Ну, это разгрузка, походу, да? Экипер... Открыть я могу, необысканно. Пистолет. Ну, подожди, а пистолет я могу взять вот сюда? Во! Во! Ну, у меня теперь уже пистолет есть, а вот это я хочу поместить, допустим. Может, она лучше? Осмотреть. Так, это что такое? Разгрузочная нагрудная система Direct Action Changer. Экипировать, открыть размер контейнера 16. Так, осмотреть, да? Размер контейнера 12. Вот, почему я не могу снять? Я не могу снять, потому что я положить никуда ничего не могу. А это не могу одеть. Я просто не знаю, как это работает здесь, система. Но мне все, что мне надо, это рюкзак, значит. Это рюкзак, это не генератор, это рюкзак. Все, что мне нужно, значит. Так, а что с пистолетом, да? Пистолет у меня на единичку. Как проверить патроны? Я не понял. Так. Перезарядка, осмотреть, разрядить, перезарядка. Ага, у меня нет ничего, да? Осмотреть, да? По нулям, наверное, да? Обоймы нету. Обоймы нету, значит. Значит, будем с винтовкой ходить. Кому-нибудь... Ай, долбаню... Да, да чё с тобой такое? Ты стоишь, не?
Да, он стоит. Значит, пойдем. Куда мы шли, я уже не помню. Там танк. Пойдем туда куда-то. Да, мне надо найти выход. Слушай, я неплохо здесь подлутался. Но если бы я мог, я бы нес эту... Опа! Возможно, это выход. Но, возможно, не для нас. Я не знаю, как здесь выход посмотреть-то. У нас 22 минуты, дабы понять, блядь, что на этой карте. Обычно выход. Это что такое? Обычно выход у диких один, да, а у ЧВК выход другой. Здесь нет нифига. Здесь что? А как посмотреть, значит, я... Это я нажал, да? Как посмотреть, где выход? Я не в курсе, значит. Так, ладно. Пошли, в этом домике мы были, да? Походу, были. Походу, лутали, я уже не помню. Да, лутали, здесь лутали. Здесь танк. Здесь не были. У нас 22 минуты еще, дабы найти выход. Ну, мы постараемся найти. А еще бы рюкзак найти, было бы вообще все в шоколандре. Спички, да нахера мне спички? Ой. Что-то здесь он так рукой машет стрёмно в этом маленьком помещении. Ладно. Пойдем дальше бегать, искать выход. Я что-то забыл, как вот в начале игры оно пишется, да, как бы выход. Надо клавиатуру, раскладку посмотреть, наверное. Посмотреть раскладку, как значит там этот у нас. Нам надо полежать уже, да, нам мы устали, короче. Сумка. А, нет, это не сумка, это бочка, я думал, это сумка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нифига себе, еще один танк. Эта локация мне нравится, мы здесь поиграем. Поиграем обязательно, да, не обысканно. Что тут кто оставил? О, смотри, ну тут надо дикий просто с рюкзаком. Вот что это такое? Оружейные части, значит, какие-то оружейные части. Оружейные запчасти. Надо дикий с рюкзаком. Ну, либо идти искать где-то рюкзак здесь. Ой, да чё ж ты так быстро заходишь? Нет места, какая-то канистра. Нет места. А, ну просто как-то таб взять тут рядом, не? А, вот, карта. Задачи. Так, задачи. В рейде, так, никаких задач нету. Локация, статус, прогресс, добавить, запись, предметы, умения, значит, карта, задачи, здоровье, вещи, общее, значит. Общее, что у меня? Все хорошо, да? Смерти 2. ЧВК вообще непонятно, что там. Непонятно, где здесь выход. Но сейчас будем искать. Если как в прошлый раз встречу, да, какого-то чувака, значит, здесь. Нет, а по-моему, обратно я иду. Да, я здесь бегаю по кругу, как дурак. Здесь я был? Был. В этих краях я был, все. Пойдем вот туда вот наверх, посмотрим, что там наверху, и пойдем, значит, в другую сторону искать выход. Ёб твою мать. Приляж, отдохни, ты меня задолбал уже. Неужели у тебя так тяжело здесь, да, вещи, а ну? Ничего ж тяжелого нету, но мы какой-то мусор, если честно, в этом рейде зарейдили, ну, кроме пистолетика, да? Пистолетик, мать его, так, хороший. Сойдет, как говорится. Вот тут столб куда-то ведет. Опа, колючая проволока. Еще дороги. Мы пригнулись? Ты пригнулся? Я нажимал. Оу, бля, ёпты. Алло. А, ёб. А, что происходит? Это что, конец карты? Здесь мины, что ли? Я даже не обратил внимания. А, нет. Нет, значит, ребята, на этом мы с вами закончим. Не забывай,
писать мне, где здесь гребаные выходы, писать комментарии, также ставить свои лайки. С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока. До скорого.